Давайте продолжим. А, можно? Да, извините. А, ну вот, за перерыв созрел такой вопрос. То есть, можно ли сказать, что кривая Филлипса работает в, ну, при условии полной рациональности объектов? То есть, в смысле, что, ну как бы, у них правильные expectations. То есть, а вот здесь, ну как бы на практике это все ломается именно из-за, ну, как сказать, неправильного, что ли, поведения объектов, то есть не соответствующего рациональности. А вот ровно сейчас мы про это и поговорим. То есть, на самом деле, здесь ключевое значение имеет как раз инфляционное ожидание. И это причина, на самом деле, почему центральные банки так много внимания уделяют именно инфляционным ожиданиям, и для чего я, собственно, посвятил там кусочек лекции и модель Кейганера, он рассказал в конце темы про деньги. Вот, весь вопрос в том, как устроены эти инфляционные ожидания. Они могут быть рациональными или адаптивными, как мы уже знаем. И у Милтона Фридмана они были адаптивными. Они были устроены следующим образом. Ну, давайте я даже такую отсылку сделаю. Скажу, что был экономист Ирвинг Фишер, который, собственно, впервые сформулировал модель межвременного выбора, которую мы использовали для гипотезы перманентного дохода, в основе которой лежат рациональные ожидания. Вот. Ему же принадлежит идея денежной иллюзии. У него была работа на эту тему. Суть денежной иллюзии состоит в том, что люди не умеют различать реальные и номинальные величины. То есть, когда вы живете в экономике, вы же не считаете все в реальных величинах. То есть, вы смотрите только на номинальные заработные платы, на номинальные цены. На номинальные цены зря сказал, на реальные заработные платы. Реальные заработные платы вы обычно не оцениваете. И поэтому, если у вас заработная плата в номинальном выражении растет, а инфляция быстрее, не факт, что вы при этом понимаете, что у вас реальные доходы падают. То есть у него была вот такая идея. У Фридмана очень похожая идея, на самом деле. Она состоит в том, что люди не сразу реагируют на ускорение инфляции. То есть у них ожидания нерациональные. То есть если начинается инфляция, и при этом растут заработные платы, то не факт, что люди понимают, что они становятся беднее. И если действительно такое происходит, то в этом случае труд в реальном выражении становится дешевле для работодателей. А мы знаем, что если реальная ставка заработной платы падает, то в этом случае работодатели могут нанять больше работников, потому что NPL в этом случае можно уменьшить. И в результате получается, что если вы пользуетесь кривой Филлипса, то в первый момент вы должны получить положительный эффект для экономики. Почему так получается? Потому что вы печатаете деньги, это разгоняет инфляцию, но люди не требуют увеличения заработных плат, они согласны на меньшую реальную заработную плату, и вы сначала видите позитивный элемент вот этого шока, то есть когда у вас начинается рост выпуска и даже может чуть-чуть подрасти занятость в экономике. Вот. Но поскольку у людей ожидания устроены адаптивно, с точки зрения Фридмана, то через какое-то время они действительно адаптируются, то есть они перестраиваются. Они понимают, что инфляция высокая, и начинают требовать увеличения заработной платы, индексации. И в этом случае реальная заработная плата падает, работников увольняют. Больше того, там заработная плата может индексироваться очень быстро, в результате в экономике будет спад. Это вот то, что как раз мы и видели в данных. И поэтому вот у Фридмана есть такой старенький, начало, по-моему, 80-х годов фильм, который называется «Свобода выбирать», «Free to choose» на английском языке, и книжка одноименная. И вот там есть такой сюжет, который этой серии, по-моему, 8-й, что ли, серии, когда он рассказывает про инфляцию в Японии и сравнивает последствия денежно-кредитной политики, то есть вот печатание денег, с алкоголизмом. То есть, когда он говорит, что когда вы начинаете печатать деньги, это все равно, что вы начинаете пить. То есть, вам хорошо сначала, а потом наступает похмелье, вам плохо. Да? Но если вы бросаете пить, то у вас сначала абстинентный синдром, вам плохо, вам нужно выдавить инфляцию из системы. Но потом вам становится хорошо, вы нормализуетесь. То есть, когда центральный банк борется с инфляцией, он что обычно делает? Он повышает процентные ставки, затормаживает инфляцию, но у людей адаптивные ожидания. То есть они все еще считают, что инфляция высокая, и поэтому требуют увеличения заработных плат. В результате труд в реальном выражении обходится дороже, и поэтому если центральный банк начинает бороться с такой инфляцией, он вгоняет экономику в рецессию. Вот. И только через какое-то время, пока перестроятся инфляционные ожидания, когда они перестроятся,
то в этом случае экономика придет в норму. То есть и инфляционные ожидания скорректируются, и безработица снова окажется на естественном уровне. То есть мы снова окажемся в состоянии, когда вот в этом уравнении пи равно пие, а у равно у с чертой. И поэтому как бы позиция Фридмана состояла в том, что ну, не надо использовать денежно-кредитную политику, потому что ничего хорошего в конечном счете вы не получите. То есть сначала вам будет неплохо, какой-то короткий позитивный эффект будет, но потом вы получите проблемы, с которыми придется еще бороться, и очень болезненными методами. Ну и вроде как на первый взгляд эта теория подтверждалась тем, что в начале 80-х, когда в США начали бороться с инфляцией, вот тот самый Пол Волкер, которого я уже упоминал, по-моему, когда он начал бороться с инфляцией, он поднял процентные ставки, это вот видно из графиков, которые я показывал. Вот смотрите, на начало 80-х, зеленый график, видите, как подняли ставки почти до 20%. Это была политика дезинфляции, то есть он боролся с инфляцией. И рецессия, вот теперь смотрите на эти графики, здесь он, у нас есть зеленый график, видите, начало 80-х, сильный спад. Это была на тот момент одна из самых глубоких рецессий в экономике, то есть он действительно спровоцировал спад в экономике. ВВП упало, а безработица в этот момент, посмотрите, выросла почти аж до 10%. Это вот последствия борьбы с инфляцией и последствия того, что ожидания людей устроены адаптивно. Это первая часть ответа. Вот, то есть как бы общий вывод Фридмана состоит в том, что ну, не надо пользоваться денежно-кредитной политикой, никакой кривой Филлипса на самом деле не существует, а если эффект и будет, то он будет кратковременным и ради него не стоит стараться. И, собственно, вот из этой логики следовало и объяснение Великой депрессии тоже. То есть в чем с точки зрения Фридмана заключалось, почему Великая депрессия носила затяжной характер? Ну, суть была в том, что в этот момент центральные банки, вместо того, чтобы расширить денежную массу, то есть тот момент, когда нужен дополнительный спрос в экономике, у вас экономика упала, значит, экономике нужен дополнительный спрос. Если вы увеличиваете количество денег, в этом случае вы увеличиваете спрос. Но вы увеличиваете его без риска для инфляции. Почему? Потому что безработица оказывается выше, чем естественный уровень. И вот если она выше, вы в этом случае экономику можете простимулировать. С точки зрения Фридмана, Федеральная резервная система, вместо того, чтобы расширить денежную массу, ее сократила. Но в этот момент изымалось золото. Вот если вы помните историю, у населения изымалось золото, обращение золота ограничивалось, и кроме того действовал еще золотой стандарт, который ограничивал денежную эмиссию. То есть денег бы нужно было бы напечатать, Федрезерв и центральные банки других стран этого не делали. Получилась ситуация наоборот, то есть как раз ограничение денежной массы привело к затяжному спаду. Это вторая часть истории, которую вот я только что рассказывал. И для того, чтобы доказать вот такое влияние денежной массы на экономический цикл, Фридман вместе с Анной Шварц написали книжку под названием «Денежная история США». Толстая книжка, но тоже есть в русском переводе. Вот. И основная их идея состояла в том, что причина цикла – это колебание денежной массы. Почему это еще монетаризмом называется? Потому что причина вот именно в этом. И как они анализировали, то есть как они пришли к такому выводу? Они в истории искали ситуации, когда изменение денежной массы было экзогенным. То есть когда оно не связано было с экономической активностью. То есть это фактически поиск естественных экспериментов в истории. То есть, когда вы имеете дело, допустим, с корреляцией между денежной массой и ВВП, я вам график показывал на эту тему, видно было, что денежная масса и ВВП коррелируют, то возникает вопрос, что вызывает что, то есть в которую сторону направлена причина следственной связи. То есть у вас колебания денежной массы вызывают падение ВВП или рост ВВП, или наоборот, вследствие того, что ВВП меняется, у вас меняются объемы кредитования в экономике, и это, в свою очередь, провоцирует изменение денежной массы. Ну, то есть, вот если у вас ВВП растет, значит, у фирм возникает потребность в кредите, банки выдают больше кредитов, значит, мультипликатор увеличивается, значит, денежная масса должна вырасти. Такая связь тоже возможна. Значит, нужно поискать ситуации, в которых правительство по какой-то причине, ну, в разных странах, внезапно решило изменить денежную массу, не глядя на экономический цикл. Это естественный эксперимент. Это вот почти то, за что дали Нобелевскую премию в этом году. Дэвиду Карду, Джошу Энгрису, там вот и третьему человеку забыл, сейчас вылетел фамилия из головы. Вот такого рода естественные эксперименты, они позволяют устанавливать причинно-следственные связи. И вот он пытался анализировать такого рода вещи. Он показал, что колебания денежной массы действительно могут провоцировать цикл. Только в том случае, когда денежная масса сжимается, это приводит не к инфляции, а скорее к экономическому спаду и дефляции. То есть вот затяжной характер рецессии с этой точки зрения объяснялся именно таким образом. Вот. Теперь что делать, если в экономике рациональные ожидания? Вот второе объяснение всей этой ситуации с кривой Филлипса дал Роберт Лукас. У него была серия статей в начале 70-х про рациональные ожидания. Собственно, вот с его работы началась революция рациональных ожиданий в макроэкономике. Еще одно важное событие. Когда он предположил, что на самом деле агенты – это люди, которые умеют смотреть не только назад,
то есть адаптироваться к уже произошедшим событиям, но умеет прогнозировать последствия действий, там, своих действий и действий других людей. Поэтому если Центральный банк объясняет, что он будет, допустим, сейчас печатать деньги, а в случае с Никсоном так и было, то есть это была объявленная политика, то первое, что приходит в голову такому рациональному агенту, ну, сейчас будут расти цены. И если у него ожидания рациональные, то в этом случае вот этот ПИЕ, который есть в формуле, он перестраивается сразу же. И получается, что кривая Филлипса просто отсутствует. То есть если у Фридмана это вот такие вот циклы, то есть такие вот спирали закручивающиеся, потому что мы все время ходим по ним. С одной стороны, мы увеличиваем денежную массу, это провоцирует сначала подъем, потом это провоцирует инфляцию и спад, потом мы боремся с инфляцией, это провоцирует спад, а потом мы приходим в норму. И вот мы по этому кругу ходим. У Лукаса объяснение другое. Он говорит, что если денежные шоки являются ожидаемыми, то мы сразу же получим рост цен. То есть если экономика с самого начала находилась в состоянии, когда U равно U с чертой, но при этом выросли PE, то это в свою очередь приведет к тому, что вырастет и P. И получается, что кривая Филлипса в этом случае чисто вертикальная и больше ничего. То есть в любом случае, если у вас есть разумные агенты с ожиданиями, то так или иначе кривая Филлипса перестает работать. То есть иррациональные ожидания ее как раз ломают. Ломают полностью, адаптивные ломают ее частично. Теперь, а почему вот это вот U с чертой называется non-accelerating inflation rate of unemployment? Ну, потому что есть такой уровень безработицы в экономике, я уже говорил, да, который понизить нельзя. Это естественная безработица. Она не зависит ни от цикла, ни от экономической политики. Она связана с глубокими структурными причинами. Там, с монополизмом, с асимметрией информации на рынке, с минимальными заработными платами, со всем прочим. С издержками на поиск, которые с помощью стимулирования спроса и денежной массы убрать нельзя. Поэтому, когда экономика добирается вот до этой границы производственных возможностей, она больше произвести просто физически не может. Поэтому единственная реакция в этом случае это будет ценовая реакция. То есть почему, например, экономику, если она находится ниже потенциального уровня, стимулировать можно, и вы не получите там, не знаю, какую-то устрашающую инфляцию. А если вы попробуете перешагнуть через эту границу, вы получите гарантированную инфляцию. Вот ровно по этой причине, по которой я только что сказал. Поэтому вот сам Фридман называл ее non-accelerating inflation rate of unemployment. То есть это тот уровень инфляции, тот уровень безработицы, который еще не ускоряет инфляцию. То есть инфляция остается на неком нормальном уровне. Так, это то, что я вам только что рассказал. А вот эта картинка, кстати говоря, которая иллюстрирует спираль в модели Фридмана, да? То есть все начинается с левого нижнего угла, aggressive expansion. Потом происходит упс, в смысле, что у вас начинают расти цены, а безработица снова начинает расти к прежнему уровню. Потом нужно с этим бороться, то есть дезинфляционная политика государства. И money in America, то есть это нормализация. Утро в Америке – это нормализация дела. Получается вот такие спиральки. Там внизу стоит ссылка на статью Кругмана «Stagflation Revisited», она кликабельна, то есть можно перейти, почитать. Там последние работы по кривой Филлипса – это работы, например, Амина Камуры, которая получила очень хорошие оценки для этой кривой Филлипса уже для современной экономики. Поэтому, если вам интересно, можете глянуть эту статью. Она популярная. То есть это там не какая-то научный текст, а скорее обзор такой про кривую Филлипса и простокляцию. Вот. Ну, то есть, смотрите, еще одна картинка. Как устроена в этом случае кривая Филлипса, вот в той ситуации, которую я только что объяснял? Это на самом деле сдвиги кривой Филлипса вверх-вниз. То есть можно по-другому их представить себе, как сдвиг вверх-вниз. То есть если мы сначала находились на синей линии, вот в какой-то точке, которая соответствовала концу зеленого отрезка на синей линии, то в том случае, когда мы напечатаем денег, у нас не просто произойдет сдвиг вдоль кривой Филлипса, у нас сама кривая Филлипса еще вверх двинется. То есть мы, смотрите, мы как бы переместимся вверх в результате и немножко в сторону по этой. Но фактически получится смещение вдоль зеленого отрезка из-за сдвига кривой Филлипса. И поэтому точки будут скорее, при рациональных ожиданиях, они будут выглядеть скорее такой вертикальной линией, нежели какой-то наклонной кривой. И, собственно, вот эта вот ситуация, она как раз и объясняет, почему кривая Филлипса пропала. То есть до 70-х годов на кривую Филлипса и вообще на эффекты денежно-кредитной политики вообще никто не обращал внимания. Это не было в центре внимания. Поэтому рациональные агенты, но ожидания агентов были сформированы таким образом, что никто не думал о последствиях действий Федеральной резервной системы. Но в тот момент, когда эти действия стали важными, то есть когда люди начали обращать на них внимание, кривая Филлипса пропала.
По этой причине мы в данных ее вот в прямом виде теперь больше не наблюдаем. Теперь вот наблюдаются вот такие вот вещи. То есть можно ли сказать, что как бы после того, как агенты узнали о кривой Филлипса, они стали более рациональными, и поэтому кривая Филлипса исчезла? Да. Значит, последний кусочек логики, который я должен рассказать, заодно отвечу на ваш вопрос, состоит в том, что когда мы моделируем в современных моделях, записываем кривую Филлипса, мы обычно вот в это уравнение справа приписываем еще случайный шок. То есть, что здесь подразумевается? Это случайный шок, который описывает реакцию фирм на изменение политики Центрального банка. То есть, на самом деле, в экономике фирмы цены устанавливаются фирмами. А фирмы обладают более рациональными ожиданиями, так скажем, их представление о том, что происходит, гораздо более рационально, чем представление обычных потребителей. Поэтому да, если смотреть на сегодняшнюю экономику, в которой центральный банк занимает играет главную роль во всей этой истории в денежно-кредитной политике, то фирмы внимательнее смотрят, наблюдают за действиями центрального банка, и поэтому их ожидания стали более рациональными. Это действительно так. И поэтому, вот помните, когда я говорил про инфляционные ожидания, показывал графики по России, я там не зря упоминал про то, что о том, что нам бы по-хорошему надо знать инфляционные ожидания фирм. Большая часть опросов делается по инфляционным ожиданиям потребителей, потому что инфляционные ожидания фирм все-таки устроены точнее и лучше отражают реальность, чем инфляционные ожидания потребителей. Но если вы заглянете в отчет Центрального банка об инфляционных ожиданиях, там график для инфляционных ожиданий фирм тоже присутствует, просто он там один. Ему не так много места уделено, и хороших данных не очень много, на самом деле, по инфляционным ожиданиям фирм, но вот они как раз играют ключевую роль здесь. Вот. И второй вывод, который следует из модели Лукаса, из рациональных ожиданий, состоит в том, что на самом деле денежно-кредитная политика может иметь реальный эффект для роста и для безработицы, но только в том случае, если она неожиданная. То есть если Центральный банк никому ничего не сказал, а просто втихаря напечатал денег. Вот тогда действительно люди могут сначала не разобраться, что происходит. То есть они могут перепутать действия Центрального банка и общий рост спроса в экономике в результате печатания денег со спросом на свой собственный товар. Это тоже модель Лукаса под названием модель с несовершенной информацией. То есть когда экономический агент не знает, что на самом деле происходит, он видит, что спрос на его товар вырос, но не знает почему, потому что действия Центрального банка для него пока еще не наблюдаемы. И вот если действительно такое происходит, то в этом случае денежно-кредитная политика может иметь, опять же, краткосрочные последствия. То есть со временем экономические агенты разберутся в ситуации, поймут, что это просто Центробанк там втихаря включил печатный станок. И в этом случае опять кривая Филлипса пропадет. Но на короткое время реакция может быть. Вот. Это ответ на ваш вопрос. То есть, условно, если он будет втихаря печатать, то фирмы подумают, что в экономике повышенный спрос, повысят зарплаты или нет? Или не совсем но так? Фирмы в этом случае увеличат выпуск. То есть они, если они не понимают, что это просто печать денег, а думают, что это реальный экономический рост, и спрос растет в результате роста, то они увеличат выпуск. Для того, чтобы увеличить выпуск, они, допустим, начнут нанимать работников дополнительных, то есть безработица в этом случае упадет. Ну и, например, могут начать расти заработные платы. Ну, например, вот если мы вернемся в модель Шапира-Стиглица, где у нас была стимулирующая безработица, помните, там сокращение безработицы вело к тому, что efficiency wage рос. То есть поскольку у вас безработица сокращается, то стимулирующий механизм становится слабее за счет безработицы, надо увеличивать заработные платы. То есть есть несколько механизмов, которые приводят к росту заработных плат в результате. Но такое может быть. Ну, например, это следует из Шапира-Стиглица. Да, заработные платы могут вырасти в результате. Вот, но со временем, опять же, люди разбираются в ситуации, понимают, что это просто печать денег, и тогда рациональное ожидание приводит к тому, что все возвращается на место. То есть экономика возвращается обратно на тренд, на долгосрочный. А вот можно вопрос? Угу. А вот с точки зрения рационального объекта, какая принципиальная разница между тем, реальный это спрос или это печать денег? В смысле, агент опасается пузыря, что ли? Ну, как бы, если он понимает, что это станок.
Ну, в данном случае агент опасается того, что это просто пустая печать денег. Ну, то есть, смотрите, реального выпуска в экономике нет, но если мы начинаем печатать деньги, скажем, финансировать за счет этого государственные расходы, то все понимают, что, ну, допустим, у правительства просто нет налогов, да, для того, чтобы профинансировать дополнительные расходы. И, ну, обычно ассоциативная связь такая, что если у вас печатаются деньги, то в этом случае это, скорее всего, связано либо с неспособностью правительства обеспечить финансирование своих расходов. Это означает, что в конечном счете просто в экономике больше денег нет. То есть просто печатаются пустые, так скажем, ничем не обеспеченные деньги. Да? Вот. А если у вас происходит реальный спрос, реальный рост спроса в результате роста, то вы при этом понимаете, что та денежная масса, которая у вас в экономике увеличивается, то она увеличивается эндогенно. Это не причина, то есть не первопричина того, что происходит, это следствие того, что есть этот реальный рост, этот спрос действительно реальный. Вот. Поэтому в той степени, в которой экономические агенты рациональны, в той степени, в которой они понимают, что печать пустых денег, она не соответствует росту производства товаров и услуг. То есть, ну, нельзя в такой степени увеличить производство товаров и услуг, потому что мы находимся около границы производственных возможностей, в какой степени печатаются деньги. Поэтому попытка избыточного стимулирования, она должна будет привести к инфляции, если экономические агенты это понимают. Если им понятна эта логика. Окей, теперь понятно. Спасибо. Вот, ну то есть, смотрите, и с точки зрения Лукаса, и с точки зрения Фридмана, на самом деле номинальные шоки, то есть шоки денежной массы, могут иметь реальные последствия. И в каком-то смысле кривая Филлипса там может присутствовать. То есть у номинального шока есть реальные последствия. Просто есть очень серьезные ограничения на то, каким образом номинальный шок, изменение денежной массы, может повлиять на реальные переменные. То есть совершенно точно этот эффект не будет долгосрочным, то есть в долгосрочном периоде кривой Филлипса не существует. Но при этом краткосрочный эффект может быть, но игра не стоит свеч, да, то есть не стоит устраивать денежную эмиссию ради того, чтобы получить краткосрочные эффекты и потом скатиться в рецессию. Поэтому лучше вот центральный банк оставить в покое и денежно-кредитной политикой не пользоваться. Это основной вывод, который вообще есть в этих классических моделях. То есть за счет того, что цены гибкие, инфляционные ожидания в конечном счете перестраиваются, денежно-кредитная политика оказывается неэффективной. Вот. Это совершенно противоположный вывод по сравнению с тем, что говорят представители кейнсианской школы. Так, еще что-то я хотел сказать, но забыл, может быть, вспомню. А, да, ну и вот, собственно, на этом слайде я это и написал, да, что, собственно, рекомендация, монетаристская рекомендация со стороны Фридмана состоит в том, что центральный банк вообще не должен вмешиваться в экономическую политику. То есть все, что он должен делать, это наращивать денежную массу или предложение денег примерно темпом 3-5% в год. Почему так? Мы с вами видели в лекции про деньги. Помните, когда расписывали основное уравнение количественной теории денег, m равно p y, через темпы роста. И там у нас получалось то, что темпы роста цен, инфляция, то есть она равна разнице между gm и gy. То есть, если у вас есть растущая экономика, которая испытывает потребность в деньгах для транзакций, есть транзакционный мотив держания денег, то в этом случае можно наращивать денежную массу. Можно даже чуть быстрее, это просто будет давать стабильную, небольшую стабильную инфляцию, ну и бог с ней. Вот это такая рекомендация. Но в частности, у Фридмана она есть. Вот. Вторая часть истории как раз была связана с тем, что когда у вас спад в экономике, то не стоит ограничивать денежную массу для того, чтобы не спровоцировать еще более глубокую рецессию. Ну, я вот здесь вам для примера привел выдержку из выступления Бена Бернанке, который был председателем Федрезерва как раз во время Великой рецессии, то есть в 2008 году, когда случился вот этот кризис. Вот, но сама речь эта произнесена в 2002 году на 90-летие Милтона Фридмана. Я вот оттуда взял цитату, где он в самом конце этой речи благодарит Милтона Фридмана за его книгу «Денежная история США» и за уроки для денежно-кредитной политики. И он говорит, что, ну вот, во время Великой депрессии Федеральный резерв повел себя неправильно, он сократил денежную массу, но мы больше такого не допустим. Ну и мы с вами видели графики, как действовал Федеральный резерв во время кризиса 2008 года, как он наращивал денежную базу, стимулируя, ну, как бы стремясь поддержать размер денежной массы для того, чтобы не дать экономике упасть. И, в общем, в какой-то степени не случилось второй Великой депрессии, ровно потому, что вот эти уроки Великой депрессии как раз были выучены. И, собственно, работы Бена Бернанке, они во многом как раз и посвящены изучению денежно-кредитной политики во время Великой депрессии. То есть он просто специалист по этой теме. То есть, на самом деле, в какой-то степени монетаристские идеи, они остались внутри экономики, но
экономика двинулась дальше. То есть идея была в том, чтобы во время кризиса не уменьшать денежную базу, а наоборот ее увеличивать. Ну, то есть, наоборот, печатать деньги. Ну, то есть, не давать денежной массе сокращаться. Не денежной базе, а денежной массе сокращаться. То есть, если вы видите, что у вас сильно упал мультипликатор, допустим, если у вас есть риски, связанные с кредитованием, то центральный банк в этом случае должен поддержать банковскую систему, дать ей дополнительные резервы, чтобы она не опасалась рисков банкротства. И наращивание денежной базы, она как раз вот и призвана решить эту проблему. Окей. То есть, как минимум, не спровоцировать еще более глубокую рецессию, как максимум вытащить экономику из кризиса. Понятно. Вот. Значит, что происходило дальше? Дальше, когда стало понятно, что с кейнсианской теорией что-то не то, и возникли вот эти все новые идеи, стало понятно, что стимулированием спроса экономического роста добиться нельзя. Это, собственно, вот в современной макроэкономике это доминирующее представление о том, что центральный банк, в частности он, стимулируя совокупный спрос, за экономический рост не отвечает. Это не его сфера ответственности. Он отвечает за макроэкономическую стабилизацию. Откуда пришла эта идея? Ну вот ровно отсюда. То есть представление о том, что есть долгосрочные переменные, потенциальный выпуск, естественный уровень безработицы, которые спросом не регулируются, которые центральному банку не подвластны. Но вот в этот период времени доминировало представление о том, что кейнсианская теория полностью неверна, то есть она была просто неправильно сформулирована с самого начала. Возникает вопрос, что делать, если вы хотите разогнать рост, то есть если вам нужен экономический рост. Ответ состоит в том, что вам нужно создавать стимулы для инвестиций на стороне предложения, то есть вам нужны структурные реформы. Когда мы обсуждали, опять же, на лекции институты, демократию, там, право собственности и все прочее, я заканчивал эту лекцию как раз рассказом про структурные реформы. Это вот как раз они. То есть можно снизить налоги, можно либерализовать экономику, можно ее дерегулировать. То есть создать достаточные стимулы для фирм для того, чтобы они инвестировали, и это тогда будет приводить к экономическому росту. То есть вот supply side economics, который упомянут в заголовке слайда, он ровно по этому. То есть про то, что нам надо обращать внимание не на сторону спроса, а на сторону предложения в первую очередь. И новая классическая теория, она как раз растет вот из этих идей. В первую очередь. Ну и если теперь вспомнить историю, что делали там, не знаю, Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган в этот период, то вы ровно это и увидите. Там, собственно, политика Рейгана в этот период, она строилась на чем? На приватизации, дерегулировании и борьбе с инфляцией. И снижении налогов. Это вот четыре кита этой рейгономики. Они как раз и отражали состояние вот, представления об экономике в этот период. Вот. Но, собственно, ключевое поворотное событие для всей этой истории – это 82-й год, когда вышла статья Кидланда и Прескотта про… Здесь, по-моему, у меня нет слайда про это, но поэтому я скажу на словах. А эту модель мы будем разбирать. Следующая тема как раз про это. Статья Кидланда и Прескотта, которая называется «Time to build a theory of aggregate fluctuation», как-то она так называется, то есть время построить модель для описания циклов в экономике. То есть когда накопилось достаточное количество представлений о том, как что работает, Кидланд и Прескотт написали самую первую модель реальных деловых циклов, которая послужила отправной точкой для новой классической теории. И цикл устроен там следующим образом. Идея следующая. То есть за цикл отвечают не колебания спроса, а колебания общей факторной производительности. То есть в результате того, что TFP, который присутствует в производственной функции, меняется, он не постоянный, он может то падать, то расти. То есть у него есть тренд, который обусловлен экономическим ростом, и который обуславливает экономический рост. Но этот тренд неравномерный. То есть он то больше, то меньше, этот темп роста. И вот эти больше-меньше, они как раз и вызывают цикл. Но они вызывают цикл не со стороны спроса, не потому что спрос в экономике недостаточный или наоборот слишком большой, а потому что производство растет либо быстрее, либо медленнее. То есть источник цикла находится на стороне предложения, и за него отвечают как раз реальные величины. То есть видите, что здесь как бы спрос совершенно оказывается ни при чем, и номинальные величины тоже ни при чем. Все обусловлено колебаниями общей факторной производительности, и отсюда возникают колебания реального ВВП. То есть вот такое объяснение было. И, собственно, эта модель в тот момент, когда она была написано, создано, она оказалась очень успешной. То есть она объяснила все базовые корреляции между переменными внутри цикла. Почему, собственно, получилась целая школа под названием «Новая классическая теория». Потому что вот самая первая модель там была очень успешна. Вот. И в результате получилось так, что в экономике сместился акцент с изучения спроса на как бы, изучение предложения. То есть источниками шоков являлась сторона предложения в первую очередь. Но, тем не менее,
новая кейнсианская теория не сдалась. А, ну давайте я еще пару слов скажу про эту новую классику. В чем еще ее было отличие? В том, что вот эти модели, они все были микрообоснованными. Это вот была первая вообще микрообоснованная модель в макроэкономике. Вот мы начинали курс того, что я вам объяснял роль микрооснований, говорил про то, что нам обязательно нужны экономические агенты, хотя бы репрезентативные, которые принимают какие-то решения, у них есть какие-то стимулы, потому что в результате всей экономической динамики, которую мы наблюдаем в жизни, вот колебания всех переменных, лежат как раз индивидуальные решения, которые каким-то сложным образом агрегируются. Поэтому нам нужно понимать поведение экономических агентов для того, чтобы описывать зависимости в макроэкономике. И макроэкономика – это во многом именно микро, то есть там микроэкономические модели присутствуют. И вот как раз новая классическая теория, она и была микрообоснованная. То есть для чего мы вводили вот до сих пор все эти рынки, изучали сбережения, инвестиции, рынок труда, рынок денег, спросы и предложения на этих рынках, потому что нам потом это понадобится для моделирования экономики. Мы будем выводить эту модель из микрооснований, так же, как это делали Китлинд и Прескотт. И в результате получим как раз те самые колебания в экономике, которые они описывали. Поэтому эти модели были микрообоснованы. И одна из критики, как раз вот если вдуматься, в чем заключалась критика Фридмана, Фелпса и Лукаса, критика кривой Филлипса, она как раз состояла в том, что и Солоу, и Самуэльсон, и Филлипс на самом деле просто написали корреляцию. То есть они просто обнаружили корреляцию и оценили ее как корреляцию. При этом они не вникали в стимулы экономических агентов, которые стоят за этими корреляциями. А эти стимулы – это в первую очередь ожидания. И если вы моделируете ожидания, то в этом случае может получиться таким образом, что никакой кривой Филлипса не будет. Вы просто обнаружили случайную корреляцию, которая не отражает вообще никакой причины следственной связи в экономике. И вот идея того, что в макроэкономике должны присутствовать микрооснования, она как раз идет отсюда. Что сделала кейнсианская школа? Ну, она не сдалась. И последующие исследования уже во второй половине 80-х и в 90-е привели к тому, что кейнсианцы, которых теперь уже называют новыми кейнсианцами, они позаимствовали вот эту модель реальных деловых циклов, полностью микрообоснованную, с ожиданиями, со всей стохастикой, которая там есть. Они взяли ее за основу, сказав, что окей, старая кейнсианская макроэкономика была неверной, поэтому мы теперь будем отталкиваться от микрообоснованных моделей. Но в результате они в эти модели добавили свои собственные кейнсианские предпосылки. Монополистическую конкуренцию, жесткость цен, жесткость заработных плат. И в результате они получили модель, которая объясняет не только шоки спроса, не только шоки предложения, но и шоки спроса тоже. И в таких моделях вот из-за жесткости цен возникает, правда, тоже в краткосрочном периоде, но возникает кривая Филлипса снова. Как она возникает? Ну вот если вы вспомните уравнение, опять же, из количественной теории денег, оно очень удобно здесь для иллюстрации. МВ равно ПУ. Помните, я вот вам в тот момент объяснял, что если цены П фиксированные, то в этом случае изменение денежной массы может приводить к изменению реального выпуска. То есть у вас одна левая часть уравнения, где стоит М, увеличивается, а в правой части один из сомножителей фиксирован. В этом случае должно увеличиться выпуск. И кейнсианское объяснение цикла, и кейнсианское объяснение существования кривой Филлипса в краткосрочном периоде, она как раз строится на предположении о жестких ценах. То есть если по какой-то причине фирмы, даже рациональные фирмы, понимают, что у вас происходит печать денег, они тоже по каким-то своим рациональным причинам могут цены не менять какое-то время. Но поскольку в экономике существует дополнительный спрос, то они в течение какого-то короткого промежутка времени продолжают этот спрос удовлетворять. И в результате производство чуть-чуть растет в ответ на эти шоки. И наоборот, если денежная масса снизится и спрос упадет, то упадет в первую очередь количественная переменная. А перестройка цен произойдет потом. То есть, если смотреть теперь на новую кейнсианскую модель таким образом, что в долгосрочном периоде цены гибкие, а все ожидания рациональные, то у вас получается классическая часть вот этой модели. То есть, если у вас Центробанк печатает деньги, то в конечном счете цены оказываются гибкими, они перестроятся, инфляционные ожидания построятся, и на реальный выпуск это не будет иметь никакого эффекта. А в краткосрочном периоде наоборот. Если цены жесткие, они не успевают перестраиваться по каким-то причинам, вполне рациональным, которые есть у фирм, то в этом случае денежная масса будет влиять на количественную переменную. И у вас получится отклонение вот от этого долгосрочного тренда. Если у вас денежная масса увеличилась, то и экономика пойдет чуть-чуть вверх. А если уменьшилась, то пойдет чуть-чуть вниз. То есть на самом деле достаточно было навесить вот это вот предположение о жестких ценах на классическую модель, и получилась кейнсианская. Новая кейнсианская модель, которая теперь инкорпорирует и то, и другое.
то и другое вполне себе сосуществует. Там и такие модели объясняют и шоки спроса, и шоки предложения. Вот, я просто коротко постарался вам объяснить. Да, объяснить. Сейчас я закончу мысль. Коротко объяснить, как это работает, но в будущем мы разберем это и другое и посмотрим, как это устроено уже на графиках. Да. А можно сказать, что на практике цены жесткие, ну, как бы не из-за какого-то расчета фирм как рациональных агентов, а именно из-за технической неспособности моментально реагировать на изменения. А что вы подразумеваете под технической неспособностью? Ну вот, как нам объясняли еще, наверное, где-нибудь на первом курсе условно, если что-то изменилось, скажем, спрос, то какой-нибудь большой торговой сети, там, допустим, Перекресток, нужно увидеть это изменение, сообразить, как изменить свои цены, все это произвести через свой административно-бюрократический аппарат, после этого еще поменять ценники в зале. То есть это занимает какое-то время. То есть это не делается за секунду. Ну да, но это и не делается на самом деле за полгода. То есть вряд ли вам полгода нужно для того, чтобы поменять ценники. Но судя по тому, как я вот вижу, что происходит в торговом зале, как там ходят продавцы и меняют ценники, особенно при современных электронных системах управления всем этим процессом, это не очень долго. То есть там скорее технически это не очень долго. Дни, неделя, две недели максимум. Вот, но я вам потом покажу данные опросов, скажем, фирм. Самый простенький вариант, как можно проверить гипотезу о жестких ценах, это опросы. Да, там видно, что некоторые фирмы не перестраивают цены по полгода. Но вот это техническими проблемами не объясняется. Есть какие-то другие причины, по которым цены не перестраиваются. В качестве примера, допустим, можно привести долгосрочные контракты. Вы заключили контракт на поставку на 2 года. Там есть фиксированная цена. И вы не предусмотрели в этом контракте перестройку цен. Значит, для того, чтобы поменять эту цену, вам теперь нужны переговоры с вашим контрагентом, вам теперь с ним нужно договориться. Больше того, вы можете на самом деле и не договариваться с ним. Вы можете какое-то время держать цены фиксированными ради того, чтобы сохранить хорошие отношения с контрагентами. Поскольку мне приходилось работать в банке, получать всякие прайс-листы, то вот очень часто складывалась ситуация так, что присылали мне прайс-лист, допустим, на какую-нибудь строительную технику, которую мои клиенты там покупали в кредит. При этом там содержалась строчка, что данные цены, допустим, сейчас май действует до 30 июня. Почему? Потому что мы хотим продать технику нашим хорошим клиентам по такой цене. Мы с ними ценим отношения с ними, поэтому мы держим для вас цену. Если вы думаете что-то покупать, то покупайте по старым ценам еще. То есть из таких соображений, вполне рациональных, фирма может удерживать какой-то уровень цен довольно долго. И потому что она хочет сохранить хорошие отношения с клиентами, боится их потерять, и потому что сам процесс перестройки цен может быть очень затратным. То есть сами переговорные эти процессы, они могут быть очень сложно устроены. И по этой причине цены могут оставаться жесткими в течение какого-то времени. Или перестраиваться не сразу, а постепенно. То есть когда фирма не сразу скачком увеличивает цену, а шажками. То есть сначала немножко поднимает, потом через месяц еще немножко поднимает, постепенно. Вот. Эти объяснения, они чуть более реалистичны, чем чисто техническое объяснение. Окей. Вот, и эти жесткие цены, на самом деле, это ключевая предпосылка всех этих новых кейнсианских моделей, поскольку она позволяет вам получить сразу все. И краткосрочную эффективность денежно-кредитной политики, и существование кривой Филлипса в краткосрочном периоде, и заодно и объяснить, почему в долгосрочном периоде такого меню рецептов, то есть выбора между безработицей и инфляцией, у вас не существует. Вот. И на всякий случай я вам на этом слайде оставлю такую табличку со всякими характеристиками. Да? Если мы говорим про long run и про short run, на самом деле используется разный язык, разные терминологии. И модель реальных деловых циклов, эта новая классическая теория, она очень неплохо работает как среднесрочная модель. Ее можно использовать, потому что там цены более-менее гибкие, они перестраиваются достаточно хорошо, и поэтому на самом деле в долгосрочном периоде гораздо большее значение имеют шоки предложения. То есть фактически экономический рост. Какие-то колебания факторной производительности. В коротком периоде доминирует сторона предложения. И поэтому, собственно, для короткого периода больше подходят как раз новые кейнсианские модели, эти краткосрочные.
То есть и разный модельный аппарат, и разный язык, который используют экономисты для описания того, что происходит в лонгран и в шорт-ран. Частично этот язык мы уже с вами обсудили, но в лонгран обычно говорят про структурные вещи, да, структурные реформы, структурная безработица. Что еще там у нас было структурное, сейчас в голову не приходит. То есть, когда речь идет о чем-то структурном, да, это обычно о долгосрочном, связанном со стимулом агентов на стороне предложения, со стимулами фирм. То есть, когда мы делаем структурные реформы, допустим, улучшаем защиту прав собственности, мы создаем стимулы для фирм инвестировать больше. Это долгосрочная политика. За нее обычно отвечает правительство. Если мы говорим про короткий период, то это прилагательный циклический. Да? Вот все, что связано с циклом, с экономическим, в прямом смысле, это как раз короткий период. И это в основном сторона спроса. То есть могут быть, конечно, циклы сгенерированные стороны предложения, я вам сегодня приводил пример, но в основном доминирует в коротком периоде сторона спроса, колебания спроса. Если речь идет о выпуске, то в долгосрочном периоде это потенциальный выпуск. То есть либо трендовый, либо естественный, либо эффективный. Если в коротком периоде, это наблюдаемый выпуск, который фиксируют статистические органы. И potential у нас это counterfactual, то есть он ненаблюдаемый, а actual у нас наблюдаемый как раз. Вот. И что у нас происходит с колебаниями этого выпуска? Но в долгосрочном периоде он обусловлен в основном шоками на стороне предложения, поэтому колеблется потенциальный выпуск. А в краткосрочном периоде мы наблюдаем output gap, то есть разрыв выпуска, отклонение выпуска от его потенциального значения. То есть это циклическая часть выпуска. Что у нас происходит с безработицей? Ну, в лонгране у нас есть естественная безработица, в шорт-ране она циклическая. И то же самое с capacity utilization, да, с загрузкой производственных мощностей. Есть некий естественный уровень загрузки производственных мощностей, есть циклический. Какая политика в этом случае работает? Ну, в случае лонгран, я уже сказал, это структурная политика, структурные реформы, институциональные реформы. В шорт-ране это стабилизационная, контрциклическая политика, то, чем занимаются все современные центробанки. Деньги у нас в длинном периоде более-менее нейтральные, в коротком они могут быть не нейтральны. Я здесь аккуратно формулирую, потому что бывают всякие ситуации, но в основном они не нейтральны. Да? То есть есть эффект от изменения денежной массы. В длинном периоде классическая дихотомия выполняется, в коротком может не выполняться. И результат воздействия номинального шока, шока денежной массы, в лонгране он только номинальный, то есть он только сказывается на ценах. Мы видели это из графиков. А в краткосрочном периоде могут быть как реальная, так и номинальная реакция. Да? То есть может поменяться и реальная величина, реальный выпуск, и номинальный выпуск тоже за счет изменения цен. То есть вполне логичная конструкция получается в результате, куда интегрируются все те теории, которые мы только что с вами обсуждали. В этом смысле современная макроэкономика – это, конечно, синтез. Из того, что там было в истории, позаимствовано все, что работает, и более-менее интегрировано в мейнстрим. Вот. А можете, пожалуйста, напомнить, что такое дихотомия? В смысле, как в целом теория или? Это принцип, скорее. Классическая дихотомия – это принцип, которым описываются деньги. То есть вот с точки зрения экономистов-классиков, деньги выполняют только транзакционные функции. То есть они нужны только для расчетов и платежей. Больше никакой роли они не выполняют. То есть они самостоятельной ценности не имеют, если это не золотые деньги, если это фиатные деньги, да, которые ничем не обеспечены. Ни золотом, ни драгоценным металлом, ни чем больше. И не в прямом смысле это золотые монеты. То тогда получается, что если количество денег, допустим, в экономике удваивается, то никакого эффекта на реальные величины такое изменение иметь не должно. Ну почему? Ну просто у вас количество средств, с помощью которых совершаются транзакции, стало в два раза больше. Ну, значит, цены должны вырасти в два раза, да? То есть поменяться масштаб цен. То есть количество денег в обращении регулирует только масштаб цен и больше ничего. И дихотомия здесь состоит в том, что делается различие между реальными и номинальными величинами. И поэтому, исходя из такого различия, исходя из такой функции денег, изменение количества денег должно иметь только номинальный эффект, то есть повлиять на цены. А на реальные величины это никак не должно влиять. Вот в этом суть дихотомии. Но классическая она, потому что она, в общем, впервые была сформулирована в классической школе. А разве это не есть то же самое, что и нейтральность денег? Или это что-то другое? Да, да, да. А, да. Все, окей, это понял. Да, ну я так и формулировал, если вернуться в слайды лекции про деньги, я там, по-моему, даже в слайдах так и писал, что другой способ сказать то же самое – это нейтральность, не нейтральность. Это два разных способа сказать одно и то же. Окей, понятно. Вот, и последнее, что я хочу, на чем хотел бы я остановиться.
это про то, чем, собственно, занимается макроэкономика. Но мы уже с вами говорили про то, что есть парадигма Фриша Слуцкого. Кстати, почему она Фриша Слуцкого? Потому что вот первая Нобелевская премия по экономике в 1969 году была вручена как раз Рагнару Фришу и Яну Тинбергену. И не за что-нибудь, а за изучение модели экономической динамики. И ровно потому, что Рагнар Фриш, когда он узнал про работу Слуцкого, она ему очень понравилась, он за нее ухватился и сказал, что вот, наконец, у нас теперь может быть нормальная модель экономического цикла. И он написал первую модель, которая, по сути дела, вот эту идею Слуцкого о случайных шоках как раз и имплементировала. То есть она там присутствовала. То есть Кидланд и Прескотт, эту же идею использовали Кидланд и Прескотт для новой, для модели реальных деловых циклов. Там ровно то же самое написано. Там для шоков, там для TFP, для общефакторной производительности написан случайный процесс. Прям в духе Слуцкого. Вот. Поэтому эта парадигма называется парадигмой Фриша Слуцкого. Вот. Ну и, соответственно, в соответствии с этой парадигмой мы изучаем не столько происхождение шоков, сколько их влияние на экономику. То есть у нас была экономика в равновесии, случился шок, этот шок вывел экономику из долгосрочного равновесия, и дальше начались какие-то движения. Да? То есть за счет того, что у нас все переменные внутри экономики связаны между собой уравнениями, у нас, не знаю, через производственную функцию связан выпуск и безработица, через производственную функцию связан коэффициент использования производственных мощностей и выпуск. Там, соответственно, безработица связана с занятостью, это обратные переменные. Каким-то образом через деньги связаны цены с выпуском, через скорость обращения денег. То есть вот все эти переменные, они взаимосвязаны между собой. Поэтому если вы как бы затрагиваете одну переменную, то вы автоматически запускаете волну по всей экономике. Начинает перестраиваться вообще все, все, что там есть. И вот все эти перестройки, которые там происходят, они как раз макроэкономикой изучаются. И самое интересное то, что вот эти вот зависимости между переменными, они являются очень устойчивыми. То есть существует некоторый набор стилизованных фактов про экономику, точно такой же, как набор фактов Калдера для экономического роста. У нас были факты Калдера для роста, которые показывали какие-то корреляции между переменными. Вот точно такой же набор фактов есть и для цикла, который показывает набор корреляций для переменных во время цикла. И поскольку эти переменные, эти корреляции довольно устойчивы, они наблюдаются из раза в раз, то вот их можно изучать. И если мы умеем их описывать уравнениями, то, соответственно, мы можем пытаться прогнозировать последствия шока. То есть, по крайней мере, качественно можно понять, что куда пойдет, что как поменяется. Количественные оценки, понятно, делать сложнее, но, тем не менее, это можно делать. Вот как бы в этом суть. Ну и, значит, для того, чтобы теперь работать со всеми этими переменами, нам потребуется ввести два новых определения. То есть классифицировать переменные по сравнению с изменением ВВП либо по таймингу, либо по направлению изменения. Бывают переменные, так называемые, опережающие, leading, бывают переменные lagging, то есть отстающие, запаздывающие, и бывают совпадающие переменные одновременные, они называются coincident. И бывают переменные проциклические, то есть которые меняются в ту же самую сторону, что и ВВП. Бывают ациклические, которые не наблюдают, в них нет какой-то определенной динамики, и контрциклические, они меняются в противоположную сторону. В общем, здесь все понятно с этими названиями. Ну вот давайте посмотрим на корреляции. На некоторый набор графиков, которые кое-что нам прояснят в этом случае. Здесь нарисован график колебаний общей факторной производительности относительно ВВП. Красный график – это общая факторная производительность, синий – это ВВП. И видно, что на самом деле TFP очень процикличная переменная. То есть она меняется в ту же самую сторону, что и ВВП. И она одновременная, то есть она меняется, в общем, параллельно с ВВП. Не запаздывает, не опережает. Собственно, почему Кидланд и Прескотт для новой классической модели взяли именно TFP? Ну, потому что мы видим вот такое колебание в данных. Опять же, здесь возникает вопрос, что вызывает что? То есть откуда направлена причинно-следственная связь? TFP вызывает колебания ВВП или наоборот ВВП колебания TFP? Вот в новых классических моделях предполагается, что TFP является причиной цикла, и поэтому эта модель таким образом и построена. Вот. Но в любом случае, если у вас есть модель, она вот этот факт должна объяснять. То есть у вас должны наблюдаться колебания TFP и колебания ВВП в одну сторону одновременно. Unemployment. Здесь на самом деле все предсказуемо. Да? Unemployment тоже циклическая переменная, причем она контрциклическая. Понятно, что если у вас падает выпуск, людей увольняют, значит безработица должна увеличиться. Employment меняется в обратную сторону. Занятость растет. Хотя занятость устроена на самом деле сложнее, потому что, давайте еще пару слов я про это скажу, про то, что на самом деле в экономике очень часто наблюдается эффект гистерезиса. То есть когда у вас люди, которые во время кризиса ушли
с рынка труда, допустим, потеряли работу и не искали работу какое-то время, они могут перестать ее искать и вообще выпасть из рабочей силы. То есть если безработица, она более-менее контрциклическая, то вот с занятостью может быть все сложнее. То есть если у вас люди теряют работу и больше не ищут ее, это гистерезис в чистом виде, да, то собственно, на рабочую силу это может влиять довольно сложным образом. Потребление. Теперь мы посмотрим на компоненты ВВП, на потребление и на инвестиции. Вот здесь нарисовано потребление. Потребление, опять красный график, ВВП синий. Это процикличическая переменная, причем одновременная. То есть потребление меняется довольно сильно в зависимости от цикла. Но при этом оно меняется, ну, скорее сейчас слабее, да, колебания чуть меньше, чем. Ну, или, по крайней мере, ну, наверное, сейчас давайте посмотрим на порядок. Да, они меньше, две разные шкалы. То есть получается, что колебания консампшена, они меньше, чем колебания выпуска. Ну, то есть, опять же, если у нас есть какое-то количество агентов, которые подчиняются гипотезе перманентного дохода, то что должно произойти в этом случае? Но в этом случае потребители должны сглаживать потребление между периодами. Если смотреть на ВВП как на сумму доходов в экономике, то в этом случае колебания потребления должны быть меньше, чем колебания доходов в экономике, то есть колебания ВВП. Ну и более-менее мы это наблюдаем. То есть размах колебаний в потреблении, он меньше, чем размах колебаний в ВВП. То есть вполне себе соответствует этому выводу. Теперь инвестиции. Инвестиции просто супер процикличные перемены. Посмотрите, графики практически совпадают. То есть иногда даже вот просто один в один они укладываются. При этом обратите внимание, что колебания инвестиций гораздо выше, ну, в процентном выражении, чем колебания ВВП. Собственно, почему Кейнсу понадобилась предпосылка об Animal Spirit, о животном духе инвесторов, почему он ее использовал? Да? Потому что вот в данных такое наблюдается. То есть действительно поведение инвесторов очень чувствительно к циклу. Больше того, эта переменная, вот на этом графике это не очень видно, но эта переменная является не только проциклической, она является еще и опережающей, ко всему прочему. То есть инвестиции начинают меняться чуть раньше, чем происходит сам экономический цикл. Поэтому инвестиции используют часто для прогнозирования спадов в экономике. То есть если у вас падают инвестиции, то это может служить индикатором того, что в будущем мы можем ожидать спад. Вот здесь я вынес отдельно одну из компонентов инвестиций под названием inventories. Опять же, давайте вернемся в первую лекцию, вспомним, что инвестиции у нас бывают fixed business, то есть оборудование, машины, бывает residential, недвижимость, а бывают inventories, товарные запасы. И вот на семинаре, как на самом первом, когда мы считали ВВП и учитывали товарные запасы, если помните, я там говорил, ну, по крайней мере, своим группам, почему нам важны запасы в экономике, почему на них обращают внимание, потому что они являются очень хорошим предиктором цикла. То есть они, смотрите, они, во-первых, колеблются намного сильнее, но поскольку поменять товарные запасы гораздо проще и быстрее, чем поменять количество оборудования, которое есть в экономике. Поэтому они реагируют, конечно, более сильным образом. Вот. Но они реагируют быстрее. То есть, ну, вы не можете моментально избавиться от оборудования, скорее всего, его законсервируете в случае спада. А вот товарные запасы сократить быстро вы сможете. И поэтому товарные запасы – это тоже один из важных индикаторов того, предстоит нам спад в экономике или подъем, или нет. Вот. Что касается других компонентов, допустим, государственных расходов, то там четкой зависимости не наблюдается, потому что там имеет значение на самом деле государственная политика, а государство может вести себя по-разному. Вот. Но в целом, если у вас в экономике наблюдается спад, то у вас как бы сокращаются налоги, сокращается налоговое поступление в бюджет. Но при этом, если есть у государства доступ к финансовым рынкам, один вариант, либо у него есть заначка, стабилизационный фонд, допустим, какой-нибудь, то оно может поддерживать госрасходы на том же самом уровне. То есть оно может вести себя точно так же, как потребитель, который сглаживает потребление. Поэтому госрасходы могут себя вести по-разному. Вот. Но компоненты в целом, вот эти две главных компоненты ВВП, потребление и инвестиции, они являются процикличными, а инвестиции, помимо всего прочего, еще и опережающими. Вот. И это тоже, как бы, на самом деле, важная часть стилизованных фактов, которые хорошая макроэкономическая модель должна воспроизводить. Этот график я уже вам показывал. Это график, который показывает корреляцию между реальным выпуском и различными показателями денежной массы, между просто М2 и реальными денежными остатками, посчитанными по М2. Ну и видно, что реальные денежные остатки, они скорее процикличны. И мы обсуждали, опять же, с вами этот вопрос сегодня, да, возникает вопрос, что здесь первично, что вторично.
или денежная масса вызывает колебания. Такое возможно. Но в принципе, может быть и так, что денежная масса, в свою очередь, является ответом на цикл. То есть, если у вас есть экономический спад, и в этом случае кредитование сокращается, то денежная масса тоже может упасть. Вот, тем не менее, тут корреляция видна. Особенно у реальных денежных остатков. В первую очередь, они нам важны. Инфляция. Ну, вот если смотреть на период, допустим, примерно до начала 80-х годов, то видно, что инфляция на самом деле, как у нас себя ведет, она контрциклична, то есть в тот момент проциклична скорее. То есть в тот момент, когда есть спады, даже раньше надо смотреть, наверное, до 60-х годов. Но здесь посчитан CPI, да, то есть вот там поведение инфляции скорее процикличное. То есть это такая классическая ситуация, когда у вас во время экономического подъема цены растут, а во время экономического спада или сильного кризиса наблюдается дефляция. Вот, например, дефляция была во время Великой депрессии. Там, вот, одна из причин затяжной депрессии, в том числе как раз падение цен, которые не очень способствуют спросу и инвестициям. Вот. Но, тем не менее, инфляция может вести себя очень по-разному. Вот если смотреть на середину графика, то видно, что может быть по-всякому. Вот 70-е годы – это как раз хорошая иллюстрация того, что такое стагфляция. Видите, там есть спад ВВП и одновременно пик роста цен. То есть поведение цен связано с поведением ВВП довольно сложным образом. Ну, и на самом деле мы даже уже можем понять, почему. Потому что большую роль играют в этом случае инфляционные ожидания. То есть то, каким образом устроено поведение экономических агентов, каким образом они воспринимают будущую инфляцию. Поэтому может случиться по-всякому. Цены могут совпадать с циклом, может случиться стагфляция, когда у вас высокий рост, высокие цены и наоборот низкие темпы роста ВВП. Вот. Может быть вообще никакой связи. Но вот если смотреть на конец графика, там цены скорее процикличны. Но надо учитывать инфляционные ожидания. Вот, это некоторый набор корреляций, которые нам в дальнейшем понадобятся, когда мы будем разбираться с моделями реального делового цикла. И, соответственно, когда мы получим эту модель, мы будем сравнивать ее вот с этими корреляциями, смотреть, насколько она хорошо объясняет данные. Ну и потом анализировать в ней различные варианты шоков, которые могут происходить в экономике. Вот, последний кусочек я на самом деле вам уже почти рассказал. Это статья Митчелла Бернса про то, как они аж в 1938 году пытались анализировать ряды данных и не обнаружили там никаких четких закономерностей, и сделали вывод о том, что циклы чаще всего не похожи друг на друга. Несмотря на то, что статья старенькая, на самом деле с тех пор мало что поменялось в этих представлениях. И это тоже своего рода критика длинных волн Кондратьева, вот всех этих детерминистских теорий циклов, да, которые ищут какую-то одну единственную причину или узкий набор причин, которые вызывают циклы. Вот, и пытаются найти в них какую-то периодичность. Но вот, к сожалению, такого нет. Кстати говоря, если немножко задуматься про монетаризм, то у Милтона Фридмана ведь тоже единственная причина цикла, по большому счету, это денежная масса. И денежная масса, она влияет на спрос. То есть это как бы очень узкий подход к тому, как возникает цикл. То есть с современной точки зрения, если цикл возникает из-за колебаний спроса, то денежная масса – это просто одна единственная причина, которая может влиять на спрос. Вот, поэтому монетаризм, он в этом смысле очень сильно ограничивает анализ. Современный взгляд чуть более широкий, чем это себе представлял Милтон Фридман. Вот. Ну и последняя вещь, которую я хочу сказать во всей этой исторической теме, это рассказать вам про опережающие индикаторы. Не знаю, вам рассказывали на Макро-1 про них или нет. Вот. Но ровно из идеи опережающих индикаторов, из того, что у нас есть переменные, которые начинают меняться быстрее, чем цикл, возникает мысль, что давайте мы будем предсказывать цикл, глядя вот на эти leading indicators, на опережающие переменные. Ну и, собственно, вот набор этих переменных для американской экономики, он перечислен на этом слайде. Есть такая организация, которая называется Conference Board. Это не государственная, не коммерческая организация, которая как раз собирает такую статистику и пытается строить на этом основании индекс опережающих индикаторов, который должен прогнозировать цикл. Ну, прогнозирует он, конечно, не 100%, они часто ошибаются, но, тем не менее, хоть какая-то информация у нас о будущем цикле в этом случае присутствует. Ну и вот если вы посмотрите внимательно на этот список, то там присутствуют в чистом виде опережающие переменные. Допустим, что у нас здесь есть хорошего? New orders for consumer goods and materials. Да? То есть если у вас есть спрос на
какие-то товары и материалы дополнительные, то, скорее всего, речь идет о том, что в экономике все хорошо. Или, допустим, если мы говорим про инвестиции, то там есть шестой пункт, это запросы новых разрешений на строительство. То есть, прежде чем строить, вы должны получить разрешение. Если количество этих разрешений растет, то значит, в экономике с инвестициями все хорошо. А если падает, то, скорее всего, плохо. Девятый пункт – это как раз кривая доходности, которую мы с вами обсуждали, то есть соотношение между доходностями по десятилетним облигациям и по трехлетним. Если у вас наблюдается инвертированная кривая доходности, то в этом случае это говорит о том, что, возможно, экономические агенты ожидают, что в экономике произойдет спад. Ну и вот если посмотреть на эти переменные, часть из них действительно являются опережающими, то есть те, которые связаны с инвестициями, а часть переменных являются не столько опережающими, сколько их просто собирают быстрее, чем начинается цикл. То есть если предположить, что цикл уже начался, и в этом случае предприниматели чувствуют, что в экономике происходит спад, и, допустим, они сокращают что-нибудь, запрашивают меньше разрешений на строительство, то вот уменьшающееся количество разрешений на строительство на самом деле является следствием уже начинающегося спада. То есть в этом случае это не столько опережающая переменная, то есть она в чистом виде не опережает цикл, она является следствием того, что цикл начался. Просто да, эти данные поступают оперативно и быстрее. Точно так же, как, например, запрос пособий по безработице. Эти данные поступают очень оперативно. Скажем, для того, чтобы статистические органы посчитали ВВП, я уже сегодня говорил, нужно ждать квартал, да? В следующем, вот за квартал они придут, там первая оценка ВВП придет, и к чему-то грубая оценка будет, через месяц только. То есть есть очень большой лаг, очень большая задержка получения информации. Вот некоторые наборы индикаторов, которые собираются оперативно, они могут как раз служить индикатором цикла. Они тоже сюда включены. Вот, значит, разговорная часть у нас на этом закончилась. Дальше мы будем обсуждать теорию реальных деловых циклов, как первый шажок в анализе экономических колебаний. Поэтому, если по всей этой исторической разговорной части есть какие-то вопросы, то задавайте. Если нет, то у нас осталось 18 минут. Я думаю, что кое-что мы еще успеем сказать сегодня. Уже про RBC. А можете, пожалуйста, привести еще парочку примеров экзогенных шоков для экономики? Ну вот скажем, как пандемия, а еще что? То есть вот, ну как бы, что именно чисто экзогенно, вот как-то так это... Санкции. Колебания цен на нефть. Если вы не являетесь страной, которая может влиять на мировой рынок нефти, а сейчас таких стран уже почти не осталось, там как минимум нужно заключать соглашение, то есть вот картель ОПЕК, то есть Россия вынуждена договариваться между собой по согласованной политике добычи, чтобы повлиять хоть как-то на цену. Вот. Но если вы Россия, допустим, и вы в одиночку на цену не влияете, то изменение цен в результате того, что происходит в мировой экономике, для вас чисто экзогенный шок. И санкции, допустим, тоже являются экзогенным шоком. Какие-нибудь неудачные действия правительства типа Никсона, который я сегодня рассказывал, который внезапно решил напечатать денег. Это же никак не связано с тем, что происходит в экономике, ну, напрямую, да? Правительство, оно уже могло не принимать решения, но это экзогенное воздействие на экономику. Они решали какие-то свои политические задачи, но при этом спровоцировали спад в экономике, допустим, так. Вот, война в чистом виде, экзогенный шок, который из экономических обстоятельств не всегда напрямую вытекает. Торговая война, которую затеял Трамп, тоже не очень хорошо для экономики. Она, правда, не вызвала слишком сильного спада, эта торговая война, но на самом деле она может сказаться на... Но это тоже шок отрицательный, да, хоть и не очень сильный, тем не менее экзогенный. Вот, не знаю, что еще придумать. Крах на фондовом рынке, допустим, из-за крушения пузыря, как это было в 29-м году. У вас раздулся огромный-огромный пузырь, который никак не связан с фундаментальными показателями, допустим, в экономике. То есть ни с чего не следует, что акции должны стоить столько, просто спекулятивно. Спекулятивные операции, которые связаны, допустим, с нерациональным поведением агентов. Этот пузырь схлопнулся, и вот вам шок, который как-то может повлиять на то, что происходит в экономике. То есть, а эндогенные шоки – это, ну, там, то есть, в принципе, какая-нибудь успешная политика или еще что-то? То есть, как бы, что-то, что следует из предыдущих данных, да, по экономике? Да, да. Ну, то есть... Как объясняются эти циклы? Допустим, вот среднесрочные циклы объясняются сменой оборудования.
То есть вы купили какое-то оборудование, которое, допустим, служит 10 лет. Или, скажем, есть бытовая техника, которая служит длительное время, допустим, 5 лет. Потом приходит время ее менять. То есть у вас такие колебания спроса, они являются эндогенными, потому что у вас была волна покупок, потом вы использовали эту технику. Она испортилась, ее надо менять, вы ее выбрасываете, покупаете новую, возникает волна покупок. Потом опять спад, потом опять волна покупок. Это вот чисто эндогенные колебания, которые связаны просто с колебаниями спроса. Колебания спроса – это вот внутри ВВП одна компонента. Она может провоцировать такие вещи. То есть если бы эта теория подтверждалась, то ее можно было бы, например, объяснять вот таким образом. Окей, понятно. Спасибо. И то же самое со сменой оборудования, да? Допустим, есть оборудование, которое служит 10 лет, есть здание, которое служит там, 50 лет. Вот. И если вы их периодически меняете, перестраиваете, то это тоже как-то должно сказываться на колебаниях инвестиций и в конечном счете на колебаниях ВВП. Логика такая примерно. Вот. Еще вопросы? То есть, ну вот, по последнему вопросу, который мы затронули, то есть по этим leading indicators можно попытаться предсказать колебания, но не всегда выходит, да? Да. Ну, то есть эту информацию полезно собирать и держать ее как бы перед собой, смотреть на нее. Но далеко не всегда эти опережающие индикаторы точно вам говорят, что будет цикл. Больше того, если бы у вас был какой-нибудь индикатор, который точно говорил, что будет спад в экономике, у вас либо бы правительство в этом случае подсуетилось и предотвратило бы этот спад. Это прямая задача Центрального банка. Либо экономические агенты, осознав, что будет спад, каким-то образом отреагировали бы на него. То есть, если есть в экономике крупные игроки с рациональными ожиданиями, то они, скорее всего, либо спад предотвратят, либо это приведет к тому, что этот спад произойдет прямо сейчас. То есть, в чем еще проблема? В том, что люди рефлексивны, да, что не умеют анализировать последствия того, что происходит в экономике. Это еще одна причина, почему циклы очень сложно предсказывать. Окей. Спасибо. Так, что у нас там остается? 13 минут. Ну, давайте я начну тогда рассказ. Я, собственно, до графиков, наверное, сегодня в RBC не доберусь. Вот. Но презентацию про RBC я тогда начну. Я ее выложу в MSTeams, вы можете ее посмотреть. И закончим мы это тогда в следующий раз. Сейчас я только ее открою. Вот. Ну, на самом деле, я просто скажу какие-то общие вещи, которые, на самом деле, уже даже говорил. Что мы начнем с того, что будем разбираться с новой классической моделью, как отправной точкой для всего последующего анализа. Ну и в качестве основы для построения этой модели мы как раз возьмем все те рынки, которые мы до сих пор анализировали. То есть нам понадобится в первую очередь рынок труда и рынок сбережения инвестиций. Денежный рынок понадобится позднее, мы пока с ним работать не будем. Тем более, что вот в этих всех моделях деньги не имеют большого значения, они нейтральны. То есть нам не очень это интересно. Вот. Но в дальнейшем, когда мы будем собирать разные варианты моделей, там новую классическую, кейнсианскую модель, мы какие-то вот из этих трех рынков будем постоянно использовать. Какую-то комбинацию будем их вводить для того, чтобы анализировать цикл. Ну и у нас есть рынок труда, который вы знаете, да, я на всякий случай напомню, что у нас есть спрос на труд, который берется из задачи максимизации фирмы и который связан с заработной платой через предельный продукт труда. У нас есть предложение труда, которое следует из задачи максимизации потребителя, которое как-то связано с выбором между тем, сколько потребитель хочет работать, сколько отдыхать, сколько потреблять. И мы будем исходить из того, что вот в этой модели реальных деловых циклов у нас все цены гибкие, а все рынки совершенно конкурентные. Я об этом уже говорил сегодня на лекции. И поэтому у нас модель рынка труда здесь классическая. У нас нет никаких efficiency wage, никаких профсоюзов, никаких минималок, вообще ничего нет. То есть отправная точка – это именно вот предпосылка о совершенной конкуренции, о гибких ценах. Почему она нужна была Кидланду и Прескоту? Ну, потому что они в этой модели
смогли воспроизвести все основные корреляции между переменными, опираясь на максимально простые предпосылки. То есть в чем успех этой модели? В том, что не нужно было городить огород из предпосылок про эффективные заработные платы, про монополистическую конкуренцию, про жесткие цены. Достаточно было ограничиться самой-самой простой моделью и при этом получить все необходимые стилизованные факты, которые мы наблюдаем в жизни. Вот. А в науке действует, как известно, принцип бритвы Оккама. Да? Чем проще объяснение, тем, наверное, оно реалистичнее. То есть не надо плодить сущности без необходимости. Вот. И если у вас модель из простых предположений позволяет получить все, что вам надо, ну как бы, ну и отлично. На самом деле мы увидим, что не все, что нам надо бы, получается из нее, но какой-то существенный кусок интуиции мы из нее достанем. Второй рынок – это рынок сбережений инвестиций, и он тоже следует из максимизационных задач, только в одном случае это задача межвременного выбора потребителя, которая влияет на сбережения, а в другом случае это условия отсутствия арбитража для фирмы, которая дает нам спрос на инвестиции. Ну и в этом анализе нам понадобится все, что мы знаем про гипотезу перманентного дохода, про перманентные шоки, про временные шоки, про ожидаемые неожиданные шоки. Они так или иначе будут влиять на сдвиги вот этих вот кривых, ну, в первую очередь, сбережений, конечно, а не инвестиций. Ну, в основе инвестиций лежит так же, как вот в случае со спросом на труд, лежит MPK, предельный продукт капитала. Там был предельный продукт труда, здесь предельный продукт капитала. Ну и последний рынок, рынок денег, который мы с вами не разбирали еще, поскольку мы с вами не изучали спрос на деньги. Но вот этот спрос на деньги, он присутствует в материале, который я выложил в MS Teams для самостоятельного изучения. Там есть кусочек и задачки на эту тему. Вот, так что вы можете посмотреть. Но рынок денег у нас появится позднее. Пока что его не будет. Ну и вот, собственно, двое этих ребят, Кидлун и Прескотт, которые получили Нобелевскую премию по экономике в 2004 году за эту модель. Так, и ну давайте я, наверное, еще за 8 минут успею сформулировать предпосылки этой модели. Значит, в этой модели мы будем предполагать, что выпуск у нас задан производственной функцией, то есть стороной предложения в экономике. Предложение у нас задается производственной функцией, которая зависит от общей факторной производительности и от количества ресурсов, которые есть в экономике. И если они заданы, то есть если задано К, если задано Л, если задано А, то никаких колебаний в такой экономике не будет. То есть как бы ни менялся спрос, выпуск все равно будет задан стороной предложения. Если меняется спрос, то мы знаем, что в этом случае перестроятся цены. То есть если спрос вырастет, то цены вырастут, растущие цены снова снизят спрос, потому что спрос отрицательно зависит от цен, и мы останемся в состоянии равновесия. То есть тут ничего интересного не произойдет. Поэтому на сторону спроса мы по большому счету внимания обращать не будем. Нас будет интересовать колебания вот внутри этой производственной функции. И если у нас меняется количество труда и количество капитала, или меняется общая факторная производительность, то поменяется и выпуск. И в этом случае мы будем смотреть на как раз реальные колебания в экономике. Вот. И в первую очередь нас будет интересовать колебания общей факторной производительности. Только что на графике мы видели, что это суперпроцикличная переменная, которая очень тесно связана с экономическим циклом. Вот. И мы будем исходить из предположения, что причинно-следственные связи устроены таким образом, что от колебаний общей факторной производительности, которые являются экзогенными в данном случае, мы переходим к изменению выпуска и к какой-то динамике внутри модели. При этом экономика у нас будет закрытая. То есть вот если посмотреть на второе уравнение, это связано еще и с тем, что для открытой экономики как раз RBC работает не очень хорошо. Там не получается все так красиво, как в закрытой экономике. Это одна из линий критики этой модели. Вот, поэтому мы ограничимся только закрытой экономикой и будем считать, что у нас ВВП по доходам или произведенный ВВП Y распадается в ВВП по расходам следующим образом. У нас есть потребление, инвестиции и какие-то госрасходы еще. До сих пор госрасходов не было у нас в моделях, теперь они появятся. Ну и как я уже сказал, что у нас здесь все агенты рациональные, все цены гибкие, все рынки совершенно конкурентные. И исходя из этого мы будем анализировать эту модель. Вот, и еще какое-то время, давайте несколько минут у нас есть, я расскажу про то, почему TFP вообще может меняться. Почему существует колебание общей факторной производительности. Ну, казалось бы, с одной стороны у нас есть технический прогресс, который приводит к тому, что TFP стабильно увеличивается. Но, во-первых, этот технический прогресс является неравномерным, то есть TFP может расти то быстрее, то медленнее, что само по себе уже может порождать какие-то колебания в тренде, да? И мы это видели в данных.
А во-вторых, у нас могут быть какие-то факторы, которые действительно влияют на общую факторную производительность. Ну, например, цены на ресурсы. То есть, если вы страна, которая потребляет ресурсы, но при этом не влияет на мировые цены на эти ресурсы, то для вас, скажем, рост цен на нефть является источником падения, ну, скажем, энергоэффективности экономики. То есть, если выросли цены на нефть, то в этом случае вырастут цены практически на все, потому что нефть – это один из базовых ресурсов, который входит во все производственные цепочки практически. Если у вас цены на нефть или газ высокие, то в этом случае у вас может упасть производительность просто потому что затраты увеличились. То есть ничего не произошло, технологии те же самые, но при этом выросли цены, они стали дороже, эти ресурсы, и ETCP в этом случае может упасть. И наоборот, например, если вы нефтедобывающая страна, допустим, такая, как Россия, и у вас быстро растут цены на нефть, то это эквивалентно тому, что в нефтяном и вообще в добывающем секторе экономики у вас растет ETCP. То есть у вас выпуск на одного работника в этом случае оказывается выше. Не потому, что там улучшилась технология, а просто потому, что отпускная цена оказалась больше. Затраты не поменялись, они какие были, такие остались. Но за счет цен у вас фактически в статистике будет видно увеличение ETCP. На ETCP может влиять регулирование со стороны государства, допустим, какое-нибудь тарифное регулирование. Если оно не очень удачное, оно приводит к тому, что тарифы растут очень быстро, это попадает в затраты. Но это, опять же, связано чисто с регулятивными вещами, не с тем, что у вас как-то поменялась технология, технический прогресс или что-то еще, а просто вот такая вот проблема. Или наоборот, если у вас есть эффективное регулирование монополий, которое ограничивает монополизм и ограничивает уровень цен, скажем, в экономике в добывающих отраслях, то это, в свою очередь, может сказываться позитивно на ETCP. И наоборот, если это неудачное регулирование, допустим, вы не можете ограничить монопольную власть, то в этом случае это может отрицательно сказаться на ETCP. Ну и так далее. Регулирование на рынке труда. Если, допустим, у вас есть высокие заработные платы, жесткие к понижению, как это было в случае там, с рынком труда, когда мы его обсуждали, это тоже, в свою очередь, может сказаться каким-то образом на ETCP. Если государство, допустим, устанавливает такую оплату труда или слишком высокие налоги, ну и так далее. То есть, на самом деле, у колебаний ETCP может быть очень-очень много причин, которые вполне себе объясняют, почему ETCP не является постоянной величиной. Вот. Ну и для того, чтобы анализировать эту модель, мы предположим, что у нас первоначально, ну как обычно, мы находимся в некотором состоянии равновесия, долгосрочного равновесия, таким образом, что есть А с чертой, К с чертой, L с чертой, то есть некоторые начальные заданные нам значения факторов производства и некоторые стабильные значения общей факторной производительности А с чертой. И вот вокруг этого состояния мы колебания будем устраивать. То есть для того, чтобы анализировать эту модель, мы, во-первых, предположим, что у нас есть функция Куба-Дугласа, то есть производственная функция, в нашем случае это функция Куба-Дугласа. А во-вторых, мы будем предполагать, что в такой экономике у нас нет никакого экономического роста. То есть мы абстрагируемся от тренда. Мы как бы скажем, что мы из наших данных извлекли тренд и забыли про него. И в этом случае у нас ВВП будет постоянной величиной, ETCP будет постоянной величиной, и мы будем изучать колебания вот вокруг некоторой этой константы. То есть вот в реальных моделях, которые используются там в жизни какого-нибудь центрального банка, так и делается. То есть обычно берутся реальные переменные, допустим, ВВП, в котором есть тренд, и ETCP, в которой есть тренд. И оттуда этот тренд потом достается. Вот, то есть вот когда вы будете изучать эконометрику временных рядов, вам расскажут, что такое стационарные временные ряды и почему в эконометрике работают именно со стационарными рядами. И почему ряды, которые содержат тренд, стационарными не являются. Вот, для того, чтобы можно было применять всякие эконометрические процедуры, тренд нужно оттуда доставать. То есть это вполне себе нормальное предположение, что мы абстрагируемся от экономического роста. Поэтому при анализе модели обычно так и делают. То есть сначала достают тренд из переменных, переходят к новым переменным, которые описывают только колебания. Потом мы анализируем, оцениваем, анализируем модель, и потом переходим к старым переменным, как бы возвращаем тренд внутрь. И смотрим уже, что будет происходить в действительности. Вот мы точно так же будем себе представлять ситуацию, то есть мы будем предполагать, что тренда у нас никакого нет, а есть просто фиксированное значение выпуска, ETCP и всего прочего. И будем смотреть колебания вот вокруг этих переменных с черточками. Вот. Но это как раз удобный повод остановиться, потому что дальше будет кусочек про рынок труда, который нам понадобится. И мы перейдем уже к RBC, собственно. На этом все на сегодня. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то задавайте. Вроде бы пока все понятно, но, видимо, дальше, когда начнутся уже модельки, будет больше вопросов. Ну окей, хорошо.
Тогда ладно. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.